Имя Николая Константиновича Рериха хорошо известно во всем мире. Он был выдающимся художником, писателем, ученым, путешественником и общественным деятелем. Он оказал огромное влияние на развитие мировой культуры. Николай Рерих родился 9 октября 1874 года в Петербурге. В доме отца Рериха, нотариуса и общественного деятеля, бывали многие известные ученые, такие как Дмитрий Иванович Менделеев, Николай Иванович Костомаров, Лев Константинович Ивановский. Николай с интересом слушал их беседы об искусстве и общественной жизни. С детства он увлекался археологией, рисованием и историей. В 1883 году Николай поступил в гимназию. Он учился с удовольствием, начал заниматься географией, историей, иностранными языками. Именно в это время он начал интересоваться философией Востока. После окончания гимназии Николай Рерих решил стать художником, но отец хотел, чтобы сын стал юристом. Поэтому Николай одновременно начал учиться на юридическом факультете Петербургского университета и в Академии художеств. Работать Рерих начал, когда был студентом. Он рисовал иллюстрации для журналов, писал иконы для церквей, изучал древние книги, занимался археологией. В 1897 году Николай Рерих окончил Академию художеств, а через год он получил диплом юриста. В 1901 году Николай Рерих вступил в брак с Еленой Шапошниковой. Его жена тоже серьезно увлекалась искусством, философией и историей. Их объединяли общие интересы и совместное творчество. Летом 1903 года Николай и Елена Рерихи отправились в путешествие по России. 2 года они изучали древние исторические памятники, народное творчество и традиции русского народа. Во время этого путешествия Николай Рерих написал много картин, посвященных русской истории и архитектуре. Рерих всю жизнь интересовался древними восточными философскими и религиозными учениями. Он мечтал объединить Восток и Запад. Ученый организовал несколько экспедиций, чтобы изучить историю и философию Азии. После этих экспедиций супружеская чета Рерихов решила остаться жить в Индии. В России помнят Николая Рериха. В 1992 году в Москве был открыт центр Рериха, в котором можно увидеть его картины, книги и документы. Они рассказывают о жизни и творчестве этого замечательного разностороннего человека и выдающегося деятеля мировой культуры.